Приветствую вас. Давайте попробуем представить, что вы сделали все-таки так, как вам сейчас кажется верным, так как сейчас вам кажется более правильным, то есть вы пожертвовали своими интересами, да, ради другого человека, принесли в жертву свое образование, например, принесли в жертву свои перспективы и остались, вот, собственно, ну, остались, собственно, с девушками так, как они хотели этого. Вот. Предположим, что вы сделали это, и как вы думаете, будете ли вы счастливы, были бы вы счастливы, точнее? Вот, по моему мнению, счастливы бы вы не были. Почему? Ну, на самом деле, все очень просто, ведь вы делали то, что вам казалось верным, вы делали то, что вам казалось правильным, и, естественно, люди очень редко воспринимают то, когда другой человек делает, ну, какие-то вещи. Люди очень редко, очень плохо воспринимают то, когда другой человек, образно говоря, куда-то идет, куда-то стремится, а они этого делать не хотят. Вы сомневаетесь в своем выборе, потому что у вас сейчас нет девушки, вы не можете встретить ее, вы один, и из-за этого вы сомневаетесь в своем решении. Но уверен, в глубине души вы понимаете, что все равно то, что вы сделали, то, как вы поступили, это было правильно, это было для вас, это было ваши перспективы, вам это было важно. И никто не был вправе вас от этого отговаривать, никто не был вправе вас осуждать, ибо вы не прохлаждались, а работали и устраивали себе карьеру. То есть люди за вами не пошли и предпочли остаться. Это лишь говорит о том, что они так или иначе не были готовы идти за вами. И чего здесь таить греха, но думаю, что эти люди, такие люди вам не нужны. Не нужны вам такие люди, которые не готовы вас поддерживать. Девушка, если она действительно вас любила, она бы слушала не родителей, а вас. Она бы слушала себя. И она, конечно, бы поддерживала вас. Саш не поддержал, значит, таков ее выбор. Но она не поддержала бы вас не только в этом, с ней странно. Она бы не поддержала вас и во всем другом. Это тоже нужно понимать. И понимать желательно как можно лучше, чтобы не сомневаться. А женщина, которая разделит ваше представление о жизни, которая будет одобрять и поддерживать вас во всем, вам непременно встретится. Просто сейчас такой период, когда действительно в своих решениях сомневаешься. Действительно проявить упрямость, стойкость, настойчивость, уверенность. И поверьте, эти качества будут вознаграждены. Думаю, что не стоит идти на поводу людей, которые склоняют к чему-то деструктивному, к чему-то пассивному, к чему-то негативному. Это было бы несправедливо. Это неправильно. И самое главное, это вред для вас. Ведь вас сделало бы это менее счастливым. А раз так, то получается, что люди хотели бы сделать вас менее счастливым. Ну и какая же это любовь? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!